Всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World 1.5, компания «Последний аргумент» для 127, последняя 20-я миссия. Итак, большая группа турецких самолетов приближается, которые отправили для помощи грузинам для восполнения их потерь. И не только «Фантомы», но и F-16. Так, сейчас мы взлетаем, все наши силы, перехватываем эту группу и заканчиваем эту войну, заканчиваем эту кампанию. Так что поехали. Лазурист, 135-й взлет произвел. 135-й, я лазурист, понял. Занимайте 5000. Курс 135-й, направление почек. Взлет запрещаю. 135-й, понял. 1-3-1. Лачуга, взлет по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление 7-5-8,2-6. Давайте 60, начнем, 10, приступим, 10, так сказать, 500, 2, нужно атаковать воздушную цель. Ну, атакую воздушные цели. На 10, 10. Я хочу тэшками обстрелять, так как пока возможности такой нету. Так, есть возможность, пусть. Это уже. Давай, рыба. Второй. Работаю по воздушной цели. Второй. Работаю по воздушной цели. Второй. Пуск ракеты. Второй. Обнаружен. Второй. Облучение. 12 часов. Летит. Облучение. 12 часов. Четвертый. Работаю по воздушной цели. Второй. Облучение. 12 часов. Я его, по-моему, уже разнесли, блин. Или нет? Третий, цель поражена. Третий, работаю по воздушной цели. Сейчас точно он развалился. Подо мной он должен обнаружена быть. Цель. 1, 3, я его 6. Не вижу. Удаление 100 на 500. Дистанция не меняется. 100, это что, он реально 1, подо мной, блин? 502. Обнаружена цель. Ага. 1, 3, как я предполагал. Удаление 90 на 500. Дистанция не меняется. Низам пошел, чувак. 131. 502. Обнаружена цель. 1, 3, 7. Удаление 90 на 500. Дистанция не меняется. Переведи в Тайпнер. Переведи в Тайпнер. Переведи в Тайпнер. Обнаружена цель. 1, 3, 8. Удаление 90 на 500. Дистанция не меняется. Кто-то, конечно, ракетами промазал, блин. Или не промазал. Обнаружена цель. 1, 7, 6. Удаление 16 на 6000. Дистанция не меняется. 1, 502. Цель рядом. 131. 502. Обнаружена цель. 1, 6, 6. Удаление 4 на 500. Дистанция не меняется. 131. 502. Дымок пустил он. 1, 2, 6. Удаление 90 на 4000. Дистанция не меняется. 502. Обнаружена цель. 1, 2, 6. Удаление 90 на 4000. Дистанция не меняется. Ракеты. Второй. Работаю по воздушной цели. Погоди, сейчас я его добью. Четвертый.
мой клиент. 131, 502. Обнаружена цель. 1, 2, 3. Подгрыз чуть-чуть его. 4000. Дистанция не меняется. 502. Обнаружена цель. 1, 2, 3. С кем нам, ребята, воюете еще? На 4000. Ага, вижу. Как раз, походу, 16-е, что они с глушилками летят. 1, 2, 3. Удаление. 80. На... Так, а вот это 16-й уже. Пуск. Развернемся тут. Неизвестно, что ему еще в голову придет. Он как бы сейчас бочком развернулся. Ну уже. Попади, ракета, пуск. 135. С какого-то расстояния должна попасть, я надеюсь. 2, 1, 4. Удаление. Бамс. Да. Ракета, ты молодец. Сбил противника. Удаление. 1, 9. Кто тут еще? Удаление. 60. На 4500. 131. 502. Обнаружена цель. 1, 1, 9. Удаление. Уходят. 21 на 500. Дистанция не меняется. 131 502. Обнаружена цель. 1, 2, 2. Удаление. 18 на 4000. Дистанция не меняется. 1, 500. Наблюдаю. Обнаружена цель. 1, 3. Что-то мне сигнализируешь. 20 на 500. Типа я тут, эй. Сближайтесь. Да я вижу как бы. Давай, развернись ко мне носом, чтобы я тебя проатаковать смог. Ой, ракета. Ой, ракета. Предельный атаки. Предельный атаки. Чувак, какой ты нехороший, блин. Атаки. Я тебя еще из виду потерял. Предельный атаки. Предельный атаки. Предельный атаки. Предельный атаки. Предельный атаки. Я понимаю, что он у него со всей душой, он ко мне со всей жопой взял ракету, меня пустил. Нахрена ты мне союзника захватываешь? Ты редиска. Ну блин, его уже разобрали. 1, 5, 1. Удаление. Гаденыш. На 500. Сближайтесь. Доложить? Давайте доложим. 502. Обнаружена цель. 1, 4, 7. Какие удаление. Цели уже закончились все? На 5000. Сближайтесь. 131. 502. Возможно, цель. Первый прием. 1, 5, 0. Удаление. Это первый, 4, я удалю прием. На 500. Сближайтесь. 131. Всем группам возврат. Это пилот. 1, 2, 4. Удаление. 30 на 5. Я зарезервирую. Дистанция 502. Обнаружена цель. 135 понял, возврат на базу. Обнаружена цель. Ориентир 202. Удаление полсотни. Да, не выполнен успешно, компания завершена. О, а вот и музон победителя можете слушать. Это если что, не я его включил, это он в компании играет. Вместе. Давайте пока посмотрим, сколько я врагов сбил в этой миссии вообще. Мои победы. 3 из 8. Ну, нормально. Почти половина, тем более там 1 из 16 был. И 2 фантома. Давайте пока музон победителя послушаем, что ли.
131. Лачуга, проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 3-4-7. Скорость 5 метров в секунду. Посадочный 3-3. Заруливайте на стоянку. Ну вот как-то так. В общем, вот компании конец. Досмотрелся, тут молодец. И всем спасибо, всем до свидания, чуваки.